Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Джалил Алукаев родом из Дагестана. Сражаться в ринге за победу у него в крови. Еще подростком его в секцию вольной борьбы привел отец. С тех пор Джалил постоянный участник и призер различных соревнований. На чемпионате ПФО по боям без правил кандидат в мастера спорта по ММА выступает за сборную Татарстана. В финале Алукаев победил самарского соперника. Путь на вершину пьедестала почета оказался нелегким, признается чемпион. Тяжело было, конечно. 3 боя за 1 день, а сегодня только настраивался на финал. Все получилось. Самому тоже надо защищаться от других. Они тоже, у них же такое тоже умение, как у меня. Из-за этого надо чуть-чуть переживать, конечно. В соревнованиях по боям без правил все-таки существуют свои правила. Во время поединков в смешанных единоборствах можно как драться, так и бороться. 3 раунда по 5 минут. Запрещено бить локтями как в стойке, так и в партере. Коленями во время борьбы. В пах, горло, по затылку и позвоночнику. На чемпионате по Волжье сборная Самарской области в новом для себя виде спорта выступила удачно. Заняла 2-е общекомандное место, уступив Татарстану. В медальной копилке 63-го региона 7 наград, 4 из них золотые. Единственное серебро завоевал Шамиль Бахачалиев. Я работал, что нужно было делать. В следующий раз все возможное сделаю. В начале мая чемпионы и серебряные призеры федеральных округов соберутся снова вместе. В Ростове-на-Дону определить уже чемпиона России по ММА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.